Фай. Все начнется. Суперспособности готовы. Разрешаю испытания на полигоне. Возрождайся и защищай босса любой ценой. Сражайся в команде. Комбинируй способности. Обрушь всю мощь на врага. И так ты станешь победителем. Привет, маленькие и немаленькие танкисты. В режиме «Большой босс». Мне часто приходилось видеть, как проигрывали бой. Игроки на средних танках лезли вперед, хотя знали, что их танк не имеет хорошей брони. Вы знаете танк 9 уровня? Леопард 5А. Это скорее легкий танк. У него даже башню пробивают легко. Если вам попадается босс, надо играть примерно так, как в этом бою. В начале боя союзники сразу прочность восстановили. Они тоже знали, что мой танк легко получает урон. Надо быть в бою не ближе второй линии. И только точно зная, что ваш танк не попадет под огонь нескольких танков и не потеряет быстро прочность, можно стрелять с первой линии. Все-таки смерть вашего танка, босса, это потеря сразу 5 танков. Для команды бой прошел почти идеально, и наша команда заслуженно добилась победы.
Надеюсь, видео было вам полезным. Пока. Маленькие и немаленькие танкисты.